Распродажа 11.11 на Алиэкспресс, Всемирный день шопинга 2021. Почему самое ожидаемое? Да потому что в этот день практически во всех магазинах планеты вас будут ждать миллионы товаров с огромными скидками, а также куча праздничных акций и конкурсов. Всемирный день шопинга – лучшее время, чтобы купить все, что вы хотели по самым низким ценам в году – одежда, бытовая техника, электроника, гаджеты и, конечно же, новогодние подарки. Так что пропускать такое событие просто нельзя. 11 ноября 2021 года на Алиэкспресс и не только пройдет, пожалуй, самое ожидаемое событие года среди любителей шопинга – распродажа 11.11. Распродажа 11.11 на Алиэкспресс, Всемирный день шопинга 2021. Время проведения распродажи 11.11 в 2021 году. На Алиэкспресс распродажа 11.11 стартует 11 ноября 2021 года в 11.00 по московскому времени, как неожиданная улыбка. И продлится она до 11.00 13 ноября, то есть двое суток. В этот день скидки на товары AliExpress будут достигать 90%, а благодаря паре фишек, о которых мы поговорим чуть ниже, эти скидки можно сделать еще больше. Также стоит отметить, что праздничные акции в честь Всемирного дня шопинга на AliExpress начнутся почти за две недели до 11 ноября. За это время вы можете выиграть множество купонов на скидку, бонусов, подарков и прочих мелочей. Так что не прозевайте. Расписание распродажи 11.11 на Алиэкспресс в 2021 году, несмотря на то, что сама распродажа 11.11 будет проходить всего два дня, готовиться к ней лучше заранее. Ведь перед основным событием администрация Алиэкспресс приготовила для нас множество акций, конкурсов, игр и бонусов. В принципе, расписание распродажи 11.11 2021 года мало чем отличает от всех предыдущих. С 28 октября по 11 ноября стартует разогрев. Вы можете добавлять понравившиеся товары в корзину заранее, чтобы купить их по самой вкусной цене во время распродажи. Кстати, в этом году за каждый добавленный товар вы будете получать 5 монет AliExpress, но не более 50 в день. Впоследствии вы сможете обменять их на купоны. Монеты будут выдавать начиная с 28 октября до 11 ноября. Таким образом, чем раньше вы начнете добавлять товары в корзину, тем больше монет успеете накопить. С 11 по 13 ноября – время проведения основной части распродажи 11.11. Покупаем, экономим, не забываем использовать купоны из 13 по 16 ноября – постраспродажные дни. Также советую вам ознакомиться с правилами проведения акций и конкурсов. Видео по теме «Распродажа 11.11 на Алиэкспресс. Как сэкономить на покупке основными призами в большинстве». Из конкурсов и игр будут, конечно же, купоны AliExpress. Конечно, размер скидки, который они предоставляют, не такой уж большой, в среднем от $2 США до $5 США, но в особых случаях номинал купонов достигает и $50. Выиграть их не так уж просто, но и награда соответствующая. Вообще, на AliExpress есть несколько видов купонов. Купоны продавца выдаются магазинам и действуют только в нем. Для их получения достаточно зайти на страницу интересующего вас продавца или магазина и выбрать купон. Найти их можно на странице конкретного магазина, либо в спецкупоны AliExpress, действуют во всех магазинах. Эти купоны можно выиграть в играх или конкурсах, а также приобрести за монеты AliExpress. Отмечу также, что купоны, выпущенные специально ко дню Всемирного шопинга, будут действовать только два дня, с 11 по 13 ноября, во время проведения главной распродажи 2021 года. До начала распродажи еще есть время. Так что советую вам заранее ознакомиться со следующими статьями: как получить кэшбэк на AliExpress, рейтинг кэшбэк сервисов для AliExpress, выгодные банковские карты для оплаты покупок, как сэкономить по максимуму на покупках. В интернете отслеживаем динамику изменения цены товара, таможенные лимиты и пошлины, акции и конкурсы в честь распродажи 11.11. Пройдемся немного по играм и конкурсам, которые будут проводиться в период разогрева. Напомним, что большинство из них можно найти в мобильном приложении AliExpress. Алиленд реинкарнация прошлогодней Шопоголии. Вам все также предлагается бросать кубик и передвигаться по игровому полю, выигрывая купоны продавцов. В конце поля вас ожидает главный приз купон на 1000 рублей при покупке от 3000.
Вам дадут 2 бесплатных хода плюс 1 ход можно получить, выполнив простое задание и посетить 5 указанных страниц. Добавить еще ходы можно, сделав заказ на сумму от 100 рублей. Покупайте и экономьте. Данная акция доступна как в приложении, так и на сайте AliExpress. Ее суть заключается в том, что вы получите скидку 10% за каждые 2200 рублей в заказе. Это может быть как один товар, так и несколько. Список товаров, участвующих в акции, можно найти на соответствующей странице. Alibox, накричи на подарок. Еще одна активность в ретро-распродажные дни, игра «Накричи на подарок» или просто Alibox. Доступен он также только в мобильном приложении AliExpress и находится на главной странице в верхнем меню красный значок с микрофоном. Правило, с 1 по 10 ноября, один раз в день, вам нужно заходить в игру и громко кричать «Али» и вообще, можно кричать что угодно. Главное, достаточно громко. За это вы будут получать Alibox 1, 2 и 3 уровня, из которых можно достать различные промокоды и купоны продавцов. 11 и 12 ноября станут доступны Alibox 4 и 5 уровней. Там и купоны получше, и баллы программы лояльности можно выиграть. Но получить их можно только за покупки от 1000 рублей. Максимальное количество призов, которые можно выиграть за время проведения акции, и не более 5. Если вы успешно получили все алибоксы с 1 по 5 уровень, то вы сможете поучаствовать в розыгрыше суперпризов. Он пройдет 15 ноября. Что можно выиграть? Бесконечный холодильник, компактный мини-холодильник не менее чем 10 товарами из категории «Еда и напитки», а также возможность в течение 11 месяцев покупать товары с скидками в сервисе «Есть» на сайте AliExpress. Бесконечный шкаф, комод с не менее чем 5 товарами из категории «Мода» и 11 месяцев скидок на товары из той же категории. Бесконечный ящик, ящик с не менее чем 5 товарами из категории «Товары для дома» и возможность в течение 11 месяцев покупать со скидкой «Товары для дома» на сайте AliExpress. Бесконечный бьюти-кейс, чемодан для косметики с не менее чем 5 товарами из категории «Красота и здоровье» и 11 месяцев скидок на товары из этой же категории. Бесконечный чемодан, дорожный чемодан с не менее чем 5 товарами из категории, которые могут быть полезны в поездке. А также 11 месяцев скидок на те же категории товаров. Ежемесячный размер скидки и не более 30 тысяч рублей. Промокоды 1111GO скидка 60 рублей. При покупке от 400 рублей 1111WW скидка 120 рублей. При покупке от 1000 рублей 1111LOUD скидка 200 рублей. При покупке от 2000 рублей 11111KRIK скидка 500 рублей. При покупке от 4990 рублей 1111LI скидка 800 рублей. При покупке от 7000 рублей 1111SHOK скидка 1100 рублей. При покупке от 10000 рублей 1111SHOUT скидка 1700 рублей. При покупке от 16 тысяч рублей 1111 HLTS скидка 1900 рублей. При покупке от 18 500 рублей WHOM 50 рублей. При заказе от 500 рублей. WOHM 100 рублей при заказе от 1000 рублей. WOHM 200 рублей при заказе от 2000 рублей. WOHM 500 рублей при заказе от 5000 рублей. WOHM 1000 рублей при заказе от 10000 рублей. WOHM 2000 рублей при заказе от 20 тысяч рублей. WOHM 3000 рублей при заказе от 30 тысяч рублей. WOHM 4000 рублей при заказе от 40 тысяч рублей. WOHM 5000 рублей при заказе от 50 тысяч рублей. WOHM 9000 рублей при заказе от 90 тысяч рублей. Install 111 скидка 100 от 1000 рублей для всех покупателей СНГ, кроме Украины и ПИ. Install 111 скидка 200 от 2000 рублей для всех покупателей СНГ, кроме Украины и ПИ. N300 не удает скидку 300 рублей при заказе от 600 рублей для новых покупателей СНГ, кроме Украины и ПИ. N400 не удает скидку 400 рублей при заказе от 800 рублей для новых покупателей СНГ, кроме Украины и ПИ. N500 New 111 дает скидку 500 рублей при заказе от 1000 рублей для новых покупателей СНГ, кроме Украины. NB33 доллара США от 4 долларов США для новых Украины.
и ДР стран не СНГ, кроме Франции, Испании, Польши, Бразилии, Кореи и Саудовской Аравии, НБ 5 долларов США, 10 долларов США для новых Украины и ДР стран. Не СНГ, кроме Франции, Испании, Польши, Бразилии, Кореи и Саудовской Аравии, как сэкономить на распродаже 11.11 еще больше решетка. Теперь о нескольких хитростях, которые позволят вам увеличить и без того совсем нескромные скидки на Всемирном дне шопинга. Видео по теме «Вся правда о распродаже 11.11 на Алиэкспресс. Как сэкономить максимум ресурсом кэшбэк». 11.11 на Алиэкспресс, конечно же, первый самый эффективный способ сэкономить чуть больше на своих покупках – это кэшбэк. Тема эта не новая и многие о ней слышали. В нынешних реалиях благодаря кэшбэку на Алиэкспресс можно вернуть где-то от 2% до 6% с каждой покупки. Да по сравнению с процентами возврата в прошлом году, это не впечатляет, но скидка есть скидка, почему ей не воспользоваться, если есть возможность. К тому же велика вероятность, что в честь распродажи 11.11 кэшбэк-сервисы расщедрятся на какие-нибудь плюшки для своих пользователей. По мере появления все эти бонусы будут публиковаться в данном разделе. А вот вам топ-3 лучших кэшбэка для Алиэкспресс по версии AliGuide. Ru EPN кэшбэк – -5.5% мегабонус Алибонус – -5.5% Летишопес. -5% главная прелесть кэшбэка в том, что использовать его можно совместно с купонами и промокодами. На скидку распространяется он практически на все товары Алиэкспресс, в том числе и участвующие в распродаже 11.11 карты. С кэшбэком еще одна фишка, которая позволит добавить к вашей скидке еще пару лишних процентов. Сейчас практически у каждого банка есть свои кредитные и дебетовые карты с возможностью получать кэшбэк с покупок. Проценты возврата в них в среднем от 1% до 5%. Наиболее выгодные предложения вы найдете в данной статье «Лучшие карты с кэшбэком для Алиэкспресс». Оплачивая свои заказы на Алиэкспресс, вы будете возвращать часть денег назад в виде бонусов, баллов или деньгами. Купоны и монеты Алиэкспресс. Ну и еще раз поговорим о купонах и монетках Алиэкспресс. Помимо того, что купоны можно выиграть в различных играх и конкурсах, проводимых перед распродажей 11.11, их можно приобрести за монеты Алиэкспресс. Получить данные монеты можно в мобильном приложении Алиэкспресс. Вы можете получить от 1 до 16 монет, просто заходя в приложение Алиэкспресс каждый день. Вы можете получить из выполняя задание дня. Задания эти простые, в основном заключаются они в том, чтобы добавить какой-нибудь магазин в избранное или поставить ему лайк. Ничего сложного, монеты можно получить, выращивая денежное дерево. И наконец, монеты можно получить, игра в игры. На постоянной основе доступны «Угадай карту» и «Потрясные наряды», но к распродаже 11.11 думаю добавят что-нибудь еще. Видео по теме «Спецкупоны Алиэкспресс. Монеты Алиэкспресс. Распродажа 11.11 на Алиэкспресс». Как не попасться на развод? Сейчас ни для кого не секрет, что многие скидки, которые нам предлагают во время распродаж, являются обманкой. Продавцы заранее завышают цены на свои товары, а во время акции скидывают их до прежнего уровня, якобы предоставляя вам скидку. Чтобы не попасться на эту уловку, вам лучше всего заранее примите те товары, которые вы хотели бы купить, и запомнить их стоимость. Так во время распродажи вы легко поймете, сделал ли продавец Алиэкспресс скидку на свой товар или просто дурит покупателей. Однако в масштабах Алиэкспресс такой способ не совсем удобен. Так что я советую вам воспользоваться плагином от EPN Cashback, который позволит вам проверить, как изменялась цена на представленный товар в течение последних 2 месяцев. Выглядит он так, отмечу, что некоторые продавцы используют хитрость, чтобы обойти подобные плагины. Они создают новые страницы товара специально на время проведения распродажи, а на старых указывают, что товар закончился. А так как страница новая, то и статистики по изменениям цен нет. Такая вот неприятность. И все же это лучше, чем ничего.